Нажатием на кнопку включения мы видим, загорается индикация зеленого цвета. После этого также зажимаем кнопку Mode, переключаем режим с одиночного выстрела на очередь и начинаем свою работу. Александр продемонстрирует, как это делать. Очень важно, когда отличие от конкурентов, в том, что здесь не требуется время для разгона, для натяжения пружины, для разгона и так далее. Все происходит моментально, и скорость ограничивается только перемещением нашей руки и руки оператора. Шляпку мы можем закруглять с помощью вот этого механизма, в зависимости от материала, плотной древесины либо мягкой. В режиме очереди я просто нажимаю курок, а дальше переставляю инструмент. И теперь посмотрим, как работает примерно.